Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции, предлагая недвижимость Мерсини. И сегодня мы с вами посмотрим очень хорошую, очень большую квартиру в газифицированном районе Тедже от моря. Это квартира метров 300, но, к сожалению, вида с этой квартиры не будет. Тедже у нас плотно застраиваемый уже район, и здесь на вид надеяться, ну, наверное, не стоит. Но зато стоит надеяться в этом варианте, который я вам предложу, на большую площадь и на хорошую цену. По сути, эта квартира с тремя отдельными спальнями, с залом, с отдельной кухней, с большой террасой, с гардеробной, с балконом, с тремя санузлами. Смотрим квартиру. Квартира на первом турецком, втором нашем этаже. Для тех, кто любит не высоко, но широко. Две квартиры, два лифта, то есть очень варьяжно, газификация, при желании можно будет завести в квартиру газ. Это персональная такая кладовочка, на ключ закрывается, поставить велосипед, поставить коляску, поставить, что еще, банки с огурцами, то есть что-то такое. Тачку для базара, нужная вещь тоже, оставить здесь, чтобы не нести это домой. Итак, заходим в саму квартиру. Заходим в саму квартиру. У нас прихожая, вот такие нарядные, праздничные просто двери. Праздничные двери. Шкаф высокий от пола до потолка фактически. Зеркальное покрытие здесь у нас. Пол ламинат. По коридору. Там у нас будут спальни. Мы пройдемся по ним и зайдем в зал. Зал большой, прибольшой. Посмотрите. По полу показываю, какой большой зал. Войдет, не знаю, два дивана, два кресла, стол, телевизор. Здесь вот место для телевизора есть, уже батареи, сложные потолки, хорошие межкомнатные двери. На пол стены у нас окно, французский балкон. Также есть выход на террасу с зала. Зал большой, хороший. Заложены уже шины для штор и для... Все для кондиционеров, все разводки, дренажи, трубы и так далее. Смотрите, какой большой зал. Выйдем на террасу. Терраса тоже большая. При желании всегда террасу можно остеклить. Не могу сказать, что какие-то волшебные виды открываются, но это центр Тедже, здесь вся инфраструктура, базар. По субботам будет за вон тем зеленым домом. Магазины, супермаркеты, автобусная остановка, все в пешей доступности. Предусмотрено место для газового котла вот здесь. На кухне у нас пол плитка. Кухня у нас отдельная. Кухня у нас большая. Каменная столешница. Много рабочей зоны, много мест для хранения, красивые современные фасады кухни. Здесь предусмотрено место для тройки, для вытяжки, для газовки и для духовки, посудомоечная машина, раковина, над раковиной окно, чтобы скоротать время на помывке клубники, яблок, помидор и всего-всего, может быть, даже посуды. Здесь у нас место под холодильник и еще дополнительные места для хранения. Кухонька такая аккуратненькая, есть батареи. В каждой комнате есть батареи. Такая вот у нас кухня.
Изауф. Смотрим дальше. Здесь у нас санузел формата а-ля тюрка. Здесь у нас общий санузел. Есть широкая раковина. Такой интересный дизайн. Ну, большое зеркало. Место под стиральную машину. Там подвесной унитаз. Широкий душ. Спальня номер один, детская. Окно, батарея, выводы, также розетки и антенны. Вторая спальня. Здесь у нас много остекления. Здесь у нас есть безрамное остекление, как обычно делают на террасах. Но их часто используют как комнаты. Вот здесь у нас есть разводка под батарею. То есть, если вы хотите, вы можете использовать эту комнату как зимнюю террасу, либо как спальню, поставив батарею. И основная родительская спальня, большая. Классики жанра. Все в ней есть. Здесь балкон, санузел и гардеробная. Хорошего размера. Выход на пожарную лестницу у нас обычно обыгрывается шкафами для хранения одежды. Такой гардеробный. Отдельный свой санузел. Здесь у нас есть раковина и душ. Вентиляция на улицу. Унитаза здесь нет. И у нас есть выход на балкончик. Что мы видим с балкончика? Мы видим, что у нас есть генератор, у нас есть парковки, у нас есть бассейн. Бассейн детский, бассейн взрослый. Есть детская площадка, дети, машины. Охрана. Вот такой вот уютненький домик. И такая большая квартира. Это у нас такая нарядная входная группа, где можно встретиться с соседями, с друзьями, посидеть на таких интересных креслах. Есть пандусы. Территория небольшая, но все в ней есть по минимуму. Есть небольшая детская площадка, есть беседки и есть бассейн. Вот такое вот. Беседки. Молодые насаждения. Детский бассейн отделен от взрослого. Вот нас даже отсутствие воды не останавливает посещению бассейна. Не надо прыгать. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо вам за лайки и комментарии. Живу от вашего комментария до вашего комментария. Поэтому не скупитесь на вопросы, на замечания, на предложения. Я в упоении читаю ваши комментарии. И если есть вопросы, отвечаю. Берегите себя, приезжайте в Мерсин. Буду рада увидеть вас в Мерсине. Увидимся в Мерсине. Пока-пока.